Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максим Мадзе. И, как вы, наверное, уже догадались, сегодня у нас вновь рубрика «Моды на игру, когда соцсети», которые присылают подписчики или просто гости канала. Сегодняшний мод называется «Neighbors from Hell», полная наркомедия, который нам прислал YT Alexi M, который нам присылал одну игру, где была игра от подписчика, собственно говоря. Итак, прежде чем мы отправимся в небольшое путешествие по просторам этого мода, я кратенько пунктирчиком объясню наш сегодняшний маршрут. Первое, мы нажмем Start Game, прочитаем описание, измененные на уровнях. Затем посмотрим сами уровни, что же там изменилось. Пройдем как минимум некоторые из них. И, наконец-то, приступим к оценке мода. Надеюсь, вы все поняли. Хотя, наверное, некоторые и так уже все знают. Ладно, короче, давайте включим музыку. Здесь на английском языке, правда. Там... Когда устанавливал этот мод, короче, надо было из папки Data... Из папки Data нужно было удалить некоторые файлы со шрифтами. То есть удалить все файлы, кроме GameXML, GameData, GFX, что-то там Data. Или что-то... SFX, SFX High, короче, вот эти архивы. Если вы смотрели видео про то, как устанавливать моды на моем канале, то вы поймете, про какие файлы нужно удалить. Файлы со шрифтами. И тогда не будет никаких тут проблем. Короче говоря, нажимаем Start Game, Credits. Такое, ну, видите, какая офигенная картинка. Все тут на английском. И первый уровень у нас называется «Галлюцинация Вуди». Короче говоря, это Эндрю Сэм. Вы знаете такого ютубера Эндрю Сэма? Тоже снимает когда соседа. У него подписчиков в два раза меньше, чем у меня, но просмотров у него больше, чем у меня. Почему-то. 500 с небольшим подписчиков у него там сейчас. Так, короче говоря. Ей, Вуди, ты меня слышишь? Вуди, ты слишком пьяный. Тебе побыстрее нужно выйти на улицу. Вуди, помогите Вуди выйти на свежий воздух, а то Вуди перепил. Вуди так перепил, что видит галлюцинации. Ну ладно, давайте посмотрим. О, господи, что это такое? Ух, ё-моё. Господи, что творится, я не могу понять. Так, а тут можно ходить? Вот так моды. Вот так наркомания. Вот так двери. Блин, блин. Так, Вуди, сколько папиросов ты выкурил? Вуди такое настроение, что он аж захотел пойти в гости к соседу, но теперь так накурился, что не видит, где стоит животное, а сосед, кстати, тоже пьет. Вуди, не кури, тем более в хале. Ой, что это с соседом? А почему он... текстуры застрял. Ё-моё, чё творится? Ну, портрет Эндрю Сэма в действии. Ой, чё такое?
что с соседом такое? Че он так медленно это проходит через текстуры? Он провалился в текстуры, а теперь пытается из них выбраться. Офигенно. Не, я так долго ждать не могу. Вуди, прошу, не надо это... не доставай соседа, это я, Джо. Вуди задумался на ужин шаурма или китайская еда. Последний раз предупреждаю, не иди к дому соседа. Я тебя больше не буду предупреждать. Вуди, у тебя что? Птицы, травка и кокс, что там такое? Ой, что это за мигающая фигня? А где Вуди-то? А, вот он. Как он через дверь-то эту прошел? Ну вообще офигенный мод, я вам хочу сказать. А куда шарики-то делись? Капхед, блин. По-моему, только что был. Так, а этот уровень поменялся? Ну что ж, давайте проверим, тут по-английски. То есть это анимация с комодом только происходит, да? Так, ну изменений здесь нет. Я так понимаю, здесь тоже. Короче говоря, вот такой вот мод, очень короткий. Что ж, какую бы ему поставить оценку? Знак вопроса, потому что я даже не знаю, что поставить. Здесь всего три уровня. Идея так себе неплохая, конечно, там наркомания и все такое, но их всего три. Они очень быстро проходятся. Поэтому пока ставить, можно сказать, ставить нечего. Под вопрос поставим. Ну что ж, дорогие друзья, я иду навстречу следующему моду. А хороший ли он, мы узнаем после рекламы. Дорогие друзья, я продолжаю рекламировать канал «Чего хочу, то и ворочу». Пацаны Лёха и Витя тут снимают про свои различные приключения и про свою жизнь. Они часто в основном готовят различную еду. Но помимо еды они снимают и другие интересные видео. Наверное, с папой, наверное, на такси, наверное, свинину купить. Я предполагаю. У меня еще, кстати, есть курица цельная. Разделаем, также замаринуем и на решетке, как в тот раз, крылья сделаем. Конечно же, тут и смешные моменты так, есть. Иногда на канале бывают совместные видео с каналом Максимадзе, то есть со мной.
а также с каналом Полное ТВ. Ну и в конце концов, часто он проводит стримы, на котором он общается со зрителями и отвечает на вопросы. Жалко только, что он их не сохраняет. Так что переходите и подписывайтесь на этот канал. В эфире интернет-канал Максимадзе, и мы продолжаем. Следующий мод называется «Как достать соседа 4 версия 4.0». Давайте включим музыку. И нам его подогнал Гоша Колесников. Большое спасибо ему за это. Он сказал, что этот мод сделал не он. Автора он сам не помнит. Короче говоря, такой вот экран запуска был. Выглядит так себе. Ого, вот это кошак. Алексей Гольцман, что ли, сделал его, который у нас уже был. Если это он, то большое спасибо, что сделал этот мод, хотя его и не ты мне прислал. Короче говоря, первый минус, который я замечаю, это то, что вот настройки громкости и музыки вот не очень как-то хорошо выглядят. Тут немножко плохо, тяжело разглядеть. Как, где, на каком уровне музыка стоит. Ну, я смог все же настроить. Такая вот менюшка. Выглядит не так уж и плохо. Снег. Ну, давайте начнем игру. Посмотрим, что у нас здесь. Первые шаги. Здесь все то же самое. По описанию. Ну, ладно, давайте посмотрим. Алексей Г. Может быть, это тот самый Алексей Гольцман, а может и нет. Ого, как громко, ничего себе. А теперь тихо. Вот видите, непонятно даже. Ой, что такое? Стрелочка немножко не там стоит. Ну и фиг с ней. Здесь, я так понимаю, снег типа идет. Посмотрим дальше больше. Посмотрим. Так. Просто файл из оригинальной игры. Наркоманский. Я так понимаю, тут нету изменений, кроме вот интерьера. Ну давайте посмотрим все равно. Так, а здесь вообще ничего не поменялось. Ну ладно, давайте посмотрим на обычные эпизоды. Изменений не видно, кроме того, что видно улицу и то, что бинокль вот таким стал. Из Вуди возвращается, взяли картинку. Ну давайте яйцо применим, почему бы нет? Ha ha ha.
понял. Обалдеть. Тут нет изменений, кроме немножко измененного в худшую сторону предметов и снега. Ладно, посмотрим, что тут дальше есть. Есть ли на других уровнях изменения. Ночь, фонари светят очень ярко. Я думаю, надо пройти несколько уровней, чтобы открыть второй сезон и посмотреть, что находится во втором сезоне. Что изменили там? Да, лампы очень яркие. Точнее, не яркие, а желтые какие-то. Алкоголь made in Russia, блин. Ночь, но снег почему-то тут светлый. Что это за смех? Я такого в оригинале не помню. Не знаю, зачем. Давайте еще раз скрутим. МакГивер, блин. Из «Как достать соседа 2». Этот плакат из консольной версии именно. Он в консольной версии только был. Вот этот вот плакат красный. Стенд, точнее, какой плакат. За него можно было прятаться. Мы проходили несколько раз. 4 раза проходили консольную версию. Да, недоработку из аудио возвращается тут не исправили, к сожалению. Сюрприз ко дню рождения. Ну, давайте яблочный пирог пройдем. На сюрприз ко дню рождения посмотрим попозже. Ну, тут уже типа град или дождь. Здесь слишком темно, вот. Мне как-то настораживает немного. Почему темно так? Типа очень пасмурная погода, темная. Как будто... Ну да, гроза типа на улице. Правда, мы саму грозу мы не видим и не слышим.
Ой, не то. Эй, что за смайлинг? Тридцать первого декабря предыдущего года вышел мультфильм «Конь Юлий. Большие скачки» про богатырей. Вот канал у меня второй, Максимация для детей, там, где я выкладывал два выпуска про... Один про Лёшу Попович, второй про Добрыню Никитича, игра про... там прохождение. Но многие не оценили, потому что без голоса, все такое. Наверное, я на этом канале прохождение всех четырех игр сниму. Надо бы, наверное. Что я могу про мультфильм сказать? Мультфильм интересный. Я в кино на него не ходил, потому что сами знаете, что сейчас творится. Рискованно сейчас ходить в кинотеатр. Ну, я дождался того момента, когда его перестанут в кинотеатрах показывать, и он появится в интернете. Я скачал его из интернета в хорошем качестве и посмотрел. Понравился мне мультфильм, но предыдущим не нравился, понравился больше. Никаких новых... Ой, нет, никаких старых персонажей, которые ни Тугарина Змея, ни Светогора никого не показали. Хотя могли бы про Тугарина Змея и Светогора что-нибудь снять. У меня даже и идея есть одна. Я рассказывать не буду, потому что это будет очень долго. Возможно, я, может быть, как-нибудь расскажу на стриме. Если он будет. Давайте просто... Ну, тут изменений я вижу, что нет. Давайте просто посмотрим, что они еще тут понамудрили. Здесь кроме снега ничего нет. И улицы. Здесь тоже. Мультфильм, он... Но он неплохой. Правда, он короче, чем предыдущий, во-первых. Во-вторых, концовка... Концовка немножко неожиданная. Я ожидал немного другого. В конце. Солнечное утро. Ух ты, ничего себе. Гараж на третьем этаже. Я думал, ой, типа подвал, но это типа, хотя это, если он на третьем этаже, то это не подвал. Ладно, посмотрим, что здесь. Так, опять все темно, проходить не очень удобно в такое время. Ну и еще один уровень посмотрим. Специально открывать третий сезон не буду, потому что надо пройти все уровни первого сезона, еще два уровня из второго сезона. А здесь не... Здесь кроме трубы, ну и куска снега ничего нет. Еще одного куска снега. Еще этот... Там этот Конь Юлий, он же влюбился в кобылу. Я думал, что мультфильм закончится так, как хотел Юлий, но нет. У кобылы муж свой был. А еще главный антагонист мультфильма Султан Рашид последний раз появился в кадре, когда отправил своих людей отобрать у князя этот самоцвет какой-то там, который он выиграл. И все. Победили его там, не победили, им не показали вообще. Мультику я четверку поставлю, до пятерки не дотягивает. Ладно, короче говоря, такой вот мод
Какую бы нам ему поставить оценочку? Тоже вопросительный знак. Я не знаю, что поставить. Менюшка переработана. Некоторые текстуры тоже, но вот на уровнях изменений немного. В пакостях никаких нет изменений. Ну и, в общем-то говоря, такой сегодня выпуск с модами. Ладно, на этом все. Если вы захотите, конечно. Если вы действительно захотите в эти моды, в эти два мода сыграть, то можете написать в комментариях: Максимадзе, скинь нам ссылочку. Ну а на этом все. С вас лайкос, подписывайся, с меня эпичные видосы. Если вы тоже делаете свои моды на игру, когда сидит соседа, неважно, хорошие, плохие, так себе и так далее, присылайте мне в группу ВКонтакте в обсуждение. Можете мне в личку написать, а можете также писать в комментариях под видео. Правда, YouTube часто стал удалять комментарии с ссылками, даже если и у меня в настройках это выключено. Ну что ж, подписывайтесь на этот канал. Также вступайте в группу ВКонтакте. Ну и всем пока.